Не буду говорить, что было в данном ролике, вы сами все поймете, видосик просто пушка. А также огромная просьба перед тем, как пойдете смотреть видео, подписаться на мой инстаграм. Там осталось буквально немного до 10к, я жду этих 10к, чтобы разблокировать долбанный свайп и говорить вам в инстаграме, когда стримы, когда видосы, то есть это реально нужно. И у кого есть инстаграм и кто хочет подписаться, ссылочки есть в описании. Все, не отвлекаю, всем приятного просмотра. Сейчас будем гасить лохов. С нами еще один приземлился в дома. У меня третий броник. По крайней мере, меня будет убивать чуть дольше. Это приятно. Сань, меня сейчас убьет. Иду, ну, блин, не знаю. Я могу помочь только добить. Два человека. За забором справа от тебя. Да-да-да, сейчас пойдет на минус 2. Если не дам минус 2, я лох. Они оба за одним заборчиком. Да-да-да, я вижу, бро. На те, гады, я отвлеку их. Давай! Я отвлекаю. Я помочь не могу особо. Дуй-дуй-дуй. Минус 2. С ДБС-ки. Все. Ну и конечно же спонсор этого видео — букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там самые большие коэффициенты, самые быстрые выплаты и самое главное — мой личный промокод Руви, который дает до 6,5 тысяч бонуса при первом депозите. И ссылочка находится в закрепленном комментарии. Все, понимаешь, отлег, все покрасить. Ребята, пошел контент. Слушай, можешь ДБС продолжать играть, что думаешь? По приколу. Продолжай. Карма есть еще, я забил. Я забил, да, я забил. Брат, ДБС нужен? ДБС нужен? Извиняюсь, что перебиваю. Да играй с ней. Не, я просто выкинул. Не, не буду. Давай, я на самом деле ни разу с ней не играл, поэтому давай попробуем. Давай, мужик. Так что если возьмем топ-1, то вот. Да, по рукам пошла ДБС-ка. Главное, чтобы мы по кругу не прошли. С ДБС-кой. Еще тут пулик есть на дробаш? Ладно, я нашел эмку, беру эмку. Не понял, это место чего сейчас? Да я не буду. Фух. Я просто переживаю за название ролика просто. Да нет, все, не переживай. Уруй каждую минутку тут название ролика. Бро, чек из зону, кстати. Может быть, нам взять лодочку и как дельфинчики так проплыть и прям в зоне быть. Давай попробуем. Давай, лодка прям тут стоит идеально. Ой, а чего у меня 7? Стой, а чего у меня 7? Что у тебя? 7 патронов на пистолет. Я думал, 7 хаешек, но нифига нормально упал. Дельфинчики с ДБС. Да че не садишься по динамике? Да, конечно, в каких-то ситуациях челы бы перестреливали, ну, почаще. Но все же отыгрывать можно было бы делать киллы. Мужик, у нас возможно? Мужик, да, в кемпе есть люди. Хорош, хорош. Опять лежака просто. Вонючие. Просто вонючие. Ой, М24 берешь, нет? Не-не, я с криком. Блин, а чё мне? А я чё, ДБД это? Ладно, я его не буду выкидывать. Или чё, выкинем? Да выкидывай нахрен, короче. Да я тоже так думаю. Блин. Получается минус ДБС. Ладно, оставлю. И ты вместо эмки возьмешь снайпу? А может ДБС плюс снайпа? Или брат, ой, или как? Я стрелять вообще хз. Есть идея получше, мужик. Я готов принять эту ношу. Давай, я тебе скину калаш с компенсатором, прям бери, друг. А ты мне тогда ДБС. Едут, подожди. Быстрее, ДБС скинь, Сань. Давай, пойдем. Ага. А ладно, забей, пускай уже. Так уже быть. Так, а я тогда что беру? А вон я тебе калаш с компенсом скинул. Нет, нет. А, или ты. Ну, М24 тогда получается, да? Да, М24. Все. Вот это жесть. Ребята, получится опять по рукам пошла эта ДБС-ка. Ну, если честно, я даже с ней ни разу не стрелял. Ничего, Сань, ничего. Как она стреляет. Но я хранил ее для тебя. Да, да. Понимаешь, ты поносил, нагрел оружие, то теперь как бы там курок работает нормально. Я только просто пам-пам, чекиряю, убил. Я придумал. Канистра есть? Я буду не с М-кой. Не с М-кой. Твой калаш. Ага. Челлендж передачи оружия. Ага. То есть теперь ты с калашом и М24-кой. Поменять это, типа, я... Скориком ты собрал. Давай, давай, погнали. Иди сюда. Она золотая, очень красивая. Ой, класс, она класс. Так, получается, значит... Получается как? Получается вот так? Коряк скидывай, да. А, ты там даже обвес, а я, блин, зажмотил. Да, вот так, обвес. Чё отлетит, Сань?
Аэроплан. Даю хэд. Прикинь, был бы хэд. Прямо над нами. Сейчас я дам хэд. Давай, свой. Дол, видел. Он не вылетел, ты попал, Сань, ты попал, да? Я помню. Хорош, мужик, мужчина. Тигр. Это из-за того, что мы поменялись, понимаешь? Он заколебал летать. Сань, мы его изи убьем, я тигра. Нужно просто... Это как машина просто. Ага. Братанчик, спасибо за донат. Давай каточка кончится, я прочитаю. Спасибо. Сейчас, извини, я просто верну, то мне не дома. Я так не могу, у меня дробаш. Что за туманчик? Ну это вот туманчик. А он, может, один вообще? Он на аэроплане один, да. А сколько там хп? Много, нет? Ну, как машина где-то. Понял. Ты писали интересный челлендж, кстати. Очень интересно, ребят, настолько интересно, вот это просто капец. Он писал, но только... А, ты, ты имеешь в виду просто, чтобы тайминг был, что? Да. Сань, на меня написали. Их оба, они кидают хае нам. Это очень плохо. Они кривую хае кидают. А я, по-моему, закинул в дом. А нет, не закинул. Сань, если что, я наклонился. А! Ой! Не дай бог. Все, походу, я живу, нормально, нормально. Мужик, верим в чудо. Не дай, не дай бог, опять же, такая херня произойдет, которая была. Нет, Сань. Боже, я выжил. Чел выпрыгивает. Лезет нормально. Один. Я просто тут лягу, спасибо. Раз назад за вышку. Беги. Нормально. Я не знаю, как я выжил. Боже, что за говно происходит? Боже. Что происходит? У вас когда закончатся хаешки, уроды? Так, они еще бутерброди, по идее, если челики становятся. Пожалуйста, остановитесь. Саня, мы это пережили, это трындец. Мне вообще страшно. Так, вот они остановились. Ща я бабасу. Так, челы остановились. О, он вылетел? Боже, мне вхерачили. Я заколебался жить. Ага. Так. Коктейль. Чё за говно? Так, я за бетонку. Давай, давай, я тоже сейчас побегу туда. Вот. Не, он нормально раздает, да. Сочные. Сейчас я его обоссу. Пожалуйста, можно залетит? Нет, не залетело. Сань, если нокнусь, знай, я нокнулся. Понял. У нас в спине кто-то. Так, ну они пускай уезжают. Я не знаю, это гений, это просто гений, мужик. Он видит тебя. Хорош! Нок. Дядь, красава. Да, вставься. Боже, хорош. Чувак, ну это чел раздает. У меня нет, нет хила вообще. Не есть. Хорош! Скинешь? На бетонку. Ну, спасибо большое. На энергетос скину. Не, больки есть, больки есть. Ну я возьму. Боже, я думал тринда, честно тебе говорю. Красава, еще раз. Едет кто-то. Угу. Не знаю, но чел третьего лица играет реально очень круто. Прям очень круто. Вот респект, реально хорошо пикает и двигается, и попадает. Так, он поднял, он стоит на... у лестницы. Угу. Чекивает на правый. Сейчас попробую хэд дать скрика. Пробуй. На меня тут, блин, эти моцики едут. Тут какой-то вообще триндец происходит. Так, это голова или нет? Саня, а может мы оба сюда вот сянемся к этой бетонной херне? Просто если вдруг будут ноки, чтобы мы поднимали опять. Хэй, у них закончились, им нужно только пушить, мы по идее успеваем. Сейчас, не дай бог, он меня басит опять. Давай, давай, давай. Я буду ползать. Блин, серьезно? Ну а чё, ну блин, если... Давайте смоки, ну. Так инфа будет. Да не, не надо. Да пофиг, я кинул, брат. Так зачем? Смотри, мы сейчас байтим, байтим дураков. Сзади, да? Давай. Оу! Меня стреляют. Это не... этот стреляет. Это не из-за смока, я тебе отвечаю, это просто падение. Ёпа нахуй. Ёпа. Ой. Мужик, это просто трындец. Ты живешь там? Да, но... Сань, нам нужно просто, получается, умереть? На, нет, не дал. Это еще одна тима? Да. Божечки. Кинул смок куда-то направо. Я не знаю, что нам делать.
Нам только сдохнуть. Ты убежал? Слушай, я походу не убегу. Я в хэд нацелился, но что-то не зарегал. Могло, да, просто не зарегать. Триндец. Триндец. Не, серьезно, триндец. Так, что делаем? Я не знаю. Я сдохну, пойду. Я могу лежать. Пожалуйста, ну прошу. Башня маток. Я перебежал, дядь. Угу. Вот справа красный дом, ну и слева. Да-да-да, вижу-вижу. Да, боже мой. Где-то близко. А, есть еще хилы какие-нибудь, Ань? На, бинты. Спасибо. Все нормально, нормально, мне хватит. Вернусь? Да не, вам. Штуки 5 скинь. Сейчас. Что за выживание просто дикое? Нам жопа. А, еще одна тема, да? Я не знаю, что будет делать. Давай их отдадим. Я высмотрю его. Да! Красава. Я не знаю. Нам нужно срочно принимать решение, мужик. Давай красный дом пушить, погнали. Я с М24 бегу, другого варианта у меня нет. Пока они не смотрят, бежим нам к этой. Да-да-да, налево бежим. К оврагу. Заметил нас. Абасу. Хорош, да божечки. Еще один нет? Мужчина, ты знал, что я тобой горжусь? Подожди, нас сейчас сзади убьет. Да, уже стреляют. Ухожу назад. Стой, подожди. Стоп. Ой! Беги куда-то просто. Я просто куда-то моя бегу, да. Жизнь, игра. Я живу не как всегда, сковорода. Еру, я ты мой друг, я ползу к тебе. Так, подожди, подожди, тебя добивают? Меня убили. Я выжил. Я выжил. Блин, мужик, это, как ты херачил просто, как убийца. Подожди, теперь вот вопрос номер... А как мне, получается, выиграть нужно? Да, ты можешь сидеть просто. Да-да, буду сидеть. Ну не короче, что тут мне сейчас хэшку кинут, обосут лицо. Но я в честь твоего таща... Ну вот я есть флешка. Да-да, я в честь твоего тащения, да, вот этого вот, должен выиграть. Подожди. Вот он слышал. Смотри, чтобы не спрыгнули. Угу. О! Сюда, крошка. Только я без шлема, меня сейчас обосут лица. До свидания. Вот шлем. Боже. Хорош. До свидания. Дядя, что происходит? Как это вообще работает? Каким образом мы дожили до этого момента вообще? Ух. Так, смог. Фу, это жопа, это просто жопа. Минус 2 без шлема получилось. Нет, один минус со шлемом, потом шлем ты взял. Ну да. Ну изначально шлема-то не было. Ну да. Ну если бы ты изначально там хэда не раздавал, я бы вообще умер уже сейчас. Давно еще. Поэтому ты красава. Хорошо, что мы просто поменяли. Я тебя забайтил ради видоса, чтобы поменять на коряк, потому да. Что с М24 я вообще не умею слышать. Боже, тут просто я вообще лезть никуда не буду. Мне похрен, реально. Это триндец. Понимаешь, мы реально поменялись, и это сработало. То есть, если бы не поменялись, я бы сейчас, возможно, был бы калаш, я бы, не знаю, не зажал бы, не убил бы. Или я бы пикал бы с калаша, а так я пикнул с М24, потому что варианта другого не было. Попал в голову, и потом еще с ДБС убил. То есть, наш план, think about this, man. А я бы, когда чел на крыше, когда тебя нокнул, и когда он встал уже чекать, чтобы с М24 или чего там убить нас, я бы не нокнул его с калаша, точнее с ДБД, а с калаша нокнул. ДБД, ДБС, да? Ну, я не играл с ним, больше не шарился. Ладно, короче, хватит говорить, давай тащи. Готов? Давай. Ой. Это нок? Это нок, пойду делать до свидания ребятам. Это было прям красиво, да, Рейна? Да. Если честно, я так не умею. До свидания. До свидания, крошки. Отец тут. Просто какое-то гудение в ушах. А так это привет, зона. Всем еще раз здорово. Это обнова, зона теперь так шумит, мужик. Я думал, короче, микрофон залагал. Боже мой, какие же мы душные, Сань. Сколько у тебя киллов?
Я не знаю, киллов-то мало, я же выруб. Мы не добивали. Не видишь, вот проблема дуо, что как бы если из тебя, ну, в тебя далеко снайперы стреляют, ну да, ты его нокнул, ну, типа добить шансов почти. Ну да, да, да. Я не знаю, как посмотреть. Или никак пока. Так, смотрим. А, ты М нажми, карту открой, типа тебе покажется. Один. Нормально. Так за ты там. О, подожди. Слушай, кстати, а это походу. Да, maybe, а как его золото, ребята, никак. Страх. Страх, страшно. Так, грозу. Грозу брать не буду, ребят. Или взять, или не брать. Не, ребят. Да не, не. С ДБС до конца. Или брать, или не брать. Обмен, бери, бери. Брать? Это берем. Уже меняем, да, это да, челлендж, да. Меняем оружие. Главное сейчас успеть, ну, и бы, говна не сожрать. Можешь назвать с ДБС, но все же. Блин, пулик, ну, только сотка, прикинь. Складов будет тяжело. Но патронов не так много. Да-да-да. Так, вижу щеликов. Так, я не буду стрелять. Блин, а тут триндец. Ну, в плане позиции, как бы, не то, что нет. Но у нас всю катку позиции нет. Нормально. Кроме тебя еще 10 человек. Вижу, видел, да, в окне? Я не смотрю. Да-да-да. А, вижу, вижу, вижу. Не вижу. Вот это плохо. Да он. Че он просто стоит? Ребят, меня сейчас сзади обосуют. Вон сзади, сзади тебя чё-то. Их обосывают. Подожди, отсюда стреляют или еще? Не-не, не в тебя. Да боже. Забей на них. Это прям страшно. Потный геймплей, дядь. Так, нужно... Блин, деревья такие тонкие. Слева дом не получится зарашить. Не знаю, обосудно. Или напрямую грязь. Беги! Бежим. Что это за катка? Это чудо. Это я не знаю, не знаю. Это не катка, это чудо. Я не знаю, куда дальше. Дальше просто смерть. Что это за стрельба? Это читер. Я без шуток тебе говорю. Это читер 100%. Давай пожаловаться, кто... Я для начала повтор гляну. Это 100% читак. Просто как он зажимал, это так не... Ну, что это? Как это, как будто ППшка в упоре, а Скар на такой дистанции так не зажимается. Что за клоун? Ну, это на канал, по-любому. А, он со спидхаком. Смотри, наблюдай, сейчас гляну. Нажми. Сейчас, у меня грузится. Это 100% читер. Со спидхаком. Да? Да, он со спидхаком. Он просто вот сейчас приседом пробежал со скоростью X7. Сейчас глянь. Вот он пикает. О, я вижу. Да-да-да. Да, это подруб. Боже, вот, не... вот, побежал, чувак, смотри. Ты понимаешь, что в PUBG таких читов никогда не было? Вот. Это все, ребят. У игры не то, что онлайн упал, еще просто... Мне кажется, заливает она канал, да, как... Да. Ну, блин, и он так плавно бегает, да, прям, да, да. Вообще красиво. То есть просто игра сломана, я не знаю. Добавок к тому, что типа ничего толком не работает, они еще, блин, читы просто такие пускают. Короче, друзья, кто смотрит на канале, спасибо за то, что смотрели. У меня реально был шанс выиграть, там был чел в ноке, спереди был рельеф, если б не этот говнарь. Причем он с тиммейтами играет. Да, еще. Да, это просто репорт и до свидания, им похрен, да, новый аккаунт создаст и... или пойдет играть в другую игру. Сквозь, смотри, стены проходят. Да, да, да.